что ухо? Приходят к Афанте, к Азию два человека. «Рассуди нас, о судья, он откусил мне ухо», — заявил один, указывая на своего спутника. «Не я, а сам он откусил себе ухо», — заявил другой. «Приходите завтра», — говорит им Афанди, — «и тогда я рассужу, кто из вас прав, кто виноват». Дома решил хаджа проверить, можно ли самому себе откусить ухо. Вертелся, вертелся посреди комнаты, ухо не достать. Разозлившись, он так дернул себя за ухо, что потерял равновесие и грохнулся на пол. С перевязанной головой, охая, прихрамывая, на другой день встретил Афанди своих жалобщиков. И говорит он пострадавшему: «Ты сам себе откусил ухо, нечего говорить на других». «Послушай, Афанди», — возмутился тот, — «как же можно самому себе откусить ухо?» «Что ухо, морщась от боли, — говорит Афанди, — даже голову и то можно разбить самому себе».